Хей, йога, с вами Шимки, мы продолжаем родить игру под названием Man of Sierra. Так, что у нас вообще с вами теперь происходит? Во-первых, у нас происходит то, что мы с вами нашли ключик в виде арф. У нас есть теперь два осколка, которые нам потом пригодятся до запуска механизма. Но до этого еще у нас нужно еще третий кусок. И нам еще нужно два цилиндра. Так, как я и говорил, сначала мы проверим здесь. Почему ты в эту сторону идешь, приятель? Почему вы вообще все сюда идете? Вы понимаете, что мне нужно в эту комнату попасть, чтобы проверить на всякий случай. Куда они все пропадают? А, то есть тут вообще закрыто-закрыто. Вау. Вот это он вышел вовремя. Так, где у нас тут сейф? Тут, в принципе, сейва нету. Элизабет, комната на этом этаже. Что это за место? Я знаю. И к моему стыду правда ранит меня до глубины души. Если бы я знала, что мой отец и дядя создали такие ужасные пытки, такие способы убивать. Как мне попасть к тебе? Подняться на этаж выше? Там есть лифт. Еще одно изобретение моего отца. Но он создал сложный замок, который можно только, если есть все четыре части нашего... Подожди, кто-то идет. Сзади меня, Челикс. Томас, ты должен спешить ради нас обоих. Вау, это ж наш красавчик ходит. Какой же он элегантный. Так, а теперь мне нужно понять, куда мне идти. Здесь я был. Мне нужно вот сюда. Ох, ой. Давайте с правой стороны начнем. По идее, мне желательно бы карту найти этой теперь местности. Лампочки просто, да, взрываются у нас теперь? Прикольно. Так, сирена в греческой мифологии. Одиссей, песня 12. Перевод Александр Паун. Сирены Сциллы и Карибла.
Манящая колыбельная гораздо более мощная, чем наши беговые маяки. Чем бы я только мог заставить ее петь? Прежде всего ты увидишь сирен, неизбежно чарой. Ловят они подходящие к ним близких людей, мореходных. Кто по незнанию к тем двум чародейкам приблизится, их сладкий голос услышит, тому ни жены, ни детей малолетних. Сладких слов услышит, тому ни жены, ни детей малолетних. Не, просто вот этого не пойму. Почему это? А в доме своем никогда не утешить желанных возрастов. Пением сладких сирены его очарует на светлом. Сидя лугу, а на этом лугу человек белеет. Много костей и разбросанный тлеющий кож там лохмотья. Бог послал людям пищу, на дьявол поваров. Ты ж заклеев товарища уши смягчуши медведным воском, чтоб слышали они не могли. Проплыви без оглядки мимо. Но ежели сам роковой пожелаешь услышать голос, вели, чтобы тебе по руки и нога привязали к мачте твоего корабленной крепкой веревкой. Если наоборот, как когда-то Андромеда была привязана к камням, может ли ее скорбный плач заманить других? Сложно! Отстаньте, все сложно. Что, все? Добро пожаловать! Ну вот идет. Так, та дверь у нас была закрыта. Так, обычно. Сука, ладно. А чё? А, я понял. Это чем-то мне напомнило только что этот. А, как он называется? Звездные войны. А это, думаю, что за херня? Почему она на веревочке, да? А вон она что оказывается. Почему она на веревочке? Ну, контрольная, по идее, то, где мы слушали. О, это снова телефонный разговор слушать. А, я его пропущу на всякий случай. Я почему-то думал, что как бы что-то должно вылезти. А я должен успеть, типа, за это время активировать дверь. Но почему... Я должен был, типа, ключа найти. Так, я все забрал, в принципе. Тупой телефон разговора. А чё этот челик здесь изначально делает?
Так, подожди, здесь слив, да? Слушайте, давайте мы с вами, наверное, пробежим. Типа я понимаю, что здесь я упаду, я где-то здесь появлюсь. А хотя нам сюда все равно возвращаться, чтобы эти части прицепить. Потом так уж и быть. Пошел. Почему я спиной не могу ходить? Боком могу, спиной вообще не могу. Вот представим, что враг сзади, да? Звук есть. Шагов нет. Вопрос, где? А, ну да, в принципе, с этой комнаты. Так, здесь есть сейф. Только стой. Не буду рисковать, как обычно. Как ты бесишь? Вот веришь, чел, ты бесишь. Вот типа думаешь, да, типа, а смысл мне идти, допустим, в эти комнаты, если здесь у меня просто вот это открыть надо? Но нет, скорее всего, туда нам тоже по-любому придется идти. Но сейчас нам желательно в эту комнату зайти. Плюс даже то, что у нас есть с вами ключ, мы не знаем наверняка, что я должен активировать. Или в какой-то последовательности. Тут еще нужен один. А теперь я понял. А вот здесь уже начинаются у нас проблемы. Давайте с правой стороны начнем. Библиотека, и там же комнаты. А, вот где комната сейва была. Комната сейва всегда зеленая, вот видите, как их определять. Я разочарован в этом ребенке. Ее наглость погубит всех нас. Мы стоим на краю пропасти, но выход есть. Закованная в цепи в пещере. В ожидании того, кто, когда и я сжалюсь, чтобы освободить ее. Ради того, чтобы Элизабет открылась петь ее песни.
Я не прошу ее возродить рабочий. Нет, просто помочь снова открыть отель и восстановить его. Величие великой нашей семьи. Все, что ей нужно делать, это петь. Привлечь их сюда. Если не с ее помощью, то как? Должно быть другой способ. Может быть, использовать мои записи? Но как, например, использовать эту силу без спеца? Окей. Ту-ту-ту-ту. Пока что еще не пропустили. То есть я, ну, в принципе, я сохранился, время у нас достаточно. Главное двери не пропускать. Так, две двери, здесь общая, здесь развилка. Мне интересно, какие здесь будут ловушки. Ха! А вот и первая ловушка. Почему ты отсюда открываешь? Скримак. Скримак. А, то есть, я понял. Ребят, я сейчас побегу, но вы готовьтесь к скримаку. Вы понимаете, что то, что кто-то дышит, это плохо. Подождите, хотите сказать, это я сделал только что ради куклы?
Так. Матильда Нортон. Ноты. Я понял, до свидания. Короче, я понял, где я появился. Чё мне так хп? Почему у меня лицо красное, но мигает? Не очень мало хп. А хилиться я не собираюсь. Так. А, подожди. Это я ради нот ходил, да? На всякий случай. Угу. Ну вы предлагаете мне все равно лекарство, да, выпить? Ладно. Чтобы чисто экран не был красный. Даже я тут с красным экраном могу играть, а вот вам будет неудобно. Так, я здесь все изучил. Не, только в эту комнату сходил. Ну, изучим до конца этот этаж и закончим, в принципе. Так, Элиза, походу, здесь. Где фиг его знает. Как говорится, добро пожаловать в библиотеку. Так. Как-то слишком много переключателей. Ну, давайте сразу же со второго начнем этажа, я думаю. Конечно, яркость здесь хорошая. Так, вас тут двое. Подожди, это он до конца ходит? Если да, то это плохо. Это очень плохо. Ага, я то есть там могу где-то остановиться и потом все.
Так, хорошо. Куда ты идешь, типок? Если он идет сейчас сюда, значит мне придется оббегать. Хотя здесь тоже я смотрю. В смысле? И оказывается, здесь еще нужно в правильном порядке сделать. Подожди, а сколько их тут? А, то есть сразу два нельзя активировать. Ё-моё. О, привет. Жалко. Так, подожди, я... С той стороны бы я просто зашел бы с той стороны, да? Почему наш сюда пришел? Типа у них настолько идеальный слух? Как я понимаю, да? И понимаете, вот в чем тоже проблема. То есть здесь нельзя именно активировать один рычаг. Ну, типа, сразу рычаги все открыть. Да? Как он уже здесь оказался? Я не понял, а как этот тут оказался? Ладно, этот, он бы бежал. Нихера себе. Вот это вы даете, ребята. Как, насколько вы шустрые. Ну что мы стали? Давайте, идемте, идемте потихоньку. Ты поверху ходи. Не, ну эти, походу, здесь с каждым разом они лучше и лучше слышат. То есть, мне вообще никакие звуки нельзя создавать. Но у меня пока 7 зарядов есть, поэтому мне пока нормально.
Я не знаю, почему меня тогда там услышали. Что я задел такого? Мое сердечко здесь в игре стучит. Может быть, на листву наступил. Уходи дальше. Сейчас он арку пройдет, я активирую. Ну шов, хорошо на меня смотришь, чудик. Мне только нажать нужно, и я свалю отсюда. Но мы свалим сейчас через эту заднюю дверь и посмотрим, что здесь, как раз и здесь. А, блин, а если я сдохну, придется заново все это место проходить. Ничего не задеваем. А, тут карта, оказывается, была. Так, какая-то комната, обходная комната, скрещенная. А, сейчас ловушка как-то... Ну, блин, я не знаю, я все-таки потрачу на всякий случай. Сколько у меня их? 7 штук? Ничего, что я как бы осторожно здесь вот так прошел. Будете в сраку. Минус игрушка. Я вам вот что я вам скажу. Минус игрушка. Ну, я не виноват, я видел, что здесь была... Вы сами видели, я шел вот так и держался угла, а он... Уйдите в шопу. Вы сами знаете, что я сделал все правильно. Так, место, где смогу спрятаться. И оказывается, это не обходной путь. О, а тут нужен спецключ. Ключ и ястреба тут нужен. Типа там какие-то секретные, что ли, места? Я на самом деле лучше сбегу и сохранюсь, и, наверное, мы закончим. Что
В следующей серии мы узнали, что же внутри. Поэтому, ребятки, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока.